Привет, дорогие друзья! Сегодня я буду играть в Майнкрафт. Кстати, выживание, вторая серия. Я, кстати, вернулся, если что. У меня видео уже не было. Так, сегодня что мы будем делать? Сегодня я пойду в шахту. Но сначала мне надо кое-что сделать. А, да, вечер на дворе. Какая шахта? Сейчас посмотрим. Настройки так. Сейчас, секунду, пацаны, подождите. Тык-т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 ык. Во. Выйти это сюда. Ой, да ё-моё. Это сюда. Во, всё. Надо с вами, ребят, записать координаты на всякий случай, потому что я сейчас в шахту... А какие координаты, я не запомнил. А, 112-62. Так, все, погнали. А, какой погнали ночь? Факел такой. Так, все, рассвет, погнали. Так, о, зомбики, зомбак. Что-то у меня стало лагать в последнее время, у меня что-то Майнкрафт стал лагать. Вроде телефон нормальный. Опа, так, все, ладно, пошли в шахту, я тут копал. О, да, вот тут копал. Что, попробуем найти алмазы? Кстати, ребят, напишите мне... О, уголь. Напишите мне в комментарии, можно ли я мне как бы использовать читы в том случае, прописать команду, чтобы вещи сохранялись. Потому что я на компьютере хорошо играю, я могу не прописывать. А вот на телефоне у меня... Я еще не привык к телефону, потому что я в основном играю на компьютере в Майнкрафт. Поэтому, если что, пацаны, вы мне напишите в комменты. Кстати, а я факел не взял, да? А, ну у меня есть факел. Ой, блин, мама пишет. Тык, факел. А, ну будет тогда 3 факела. А, нет, больше, сорян. А, хотя есть еще доски, поэтому... Да ё-моё, чё ж я все время путаю-то, а? Так, все, 60 факелов. Вместо мяса давайте сюда поставим. Кстати, ребят, если мне кто-то пишет, то не обращайте внимания. Даже. И, кстати, если что, я рекламой не занимаюсь. Сразу вам говорю. То будете мне писать, типа, по рекламиру меня, туда-сюда, не надо. Я не занимаюсь рекламой. Ай, блин, ведьма, ты что тут делаешь? А как? А что она здесь делает? Блин, теперь дубасить будет. И долго это будет идти? А, ну да. Ай. О, железо. ПОП. С любой неловкой... Ух ты ж сколько железа, ух ты ж сколько. Да хара меня дубасить. О, все прошло. И, кстати, кто в Brawl Stars играет, пишите, сколько у вас кубков. Мне просто так интересно стало. У меня у самого 9400, по-моему. По-моему, да, 9014. Я уже, наверное, давно играю, по-моему, с Нового года. Что за страшные звуки? Пацаны, знаете, что-то мне перехотелось в шахту идти. Такие звуки страшные. Так, ладно, не важно, будто я их не слышу.
Кстати, сегодня, возможно, я, если смогу, после этого ролика выложу Stand of 2. Возможно, я не говорю, смогу, не смогу, потому что у меня как бы тоже учеба, у меня все дела. Я тоже занятой человек, так сказать. Ну, почти... Ай, блин, как лагает. Так, ну чё? Сколько у нас всего? 12 железа, 9 угля. Половина угля ушло на... Блин, а у меня лопаты нет. Ну ладно, пофигу. Пойдем обходным путем. И тут угля. Обходным путем, я сказал. Рано или поздно она кончится. Я давно в Майнкрафт не играл. А, у меня скоро железная кирка сломается. Ой, блин, я обосрался. Думал, лава. Так, а какая эта высота? Фиг знает, да? Кстати, ребят, кто знает, какая это высота? Типа 43-я, не? Ой, блин. А, типа я понял. Это типа 43-я, тут 42-я, ну я понял, по-моему. Хотя, может, и нет, фиг знает. Кстати, на самом деле от деревни я не так уж и далеко от своего дома. Да. О, железо. Неплохо. Так, ладно. Железо добыли. Тогда в следующей серии или в четвертой, возможно, я буду добывать алмазы. Это не факт, потому что четвертый и третий может там быть после... Там, да. Я не знаю, пацаны. Если что, сорян. Потому что у меня сейчас... Учеба, у меня там уроков много, я прихожу, уроки делаю, потом еще тренировки, ля-ля-ля, я уже заканчиваю в 9-10, и я никак, даже чисто логически не смогу записать видеоролик. Чисто логически, потому что, во-первых, я как тоже, у меня есть свои дела, то есть там во что-то, допустим, сыграть, кому-то помочь, то есть это тоже, и в основном, у меня как бы, блин. Как бы мне тоже не удобно, потому что раньше я был в четвертом классе, я мог что-то сделать, а сейчас я в пятом, у меня, блин, каждый день по 6, по 7 уроков. Блин. И, конечно, сорян. Так бы я снимал видео, но не получается. Так, что с вами будем делать? Надо переплавить. Во-вторых, наверное, пойти за деревом, или у меня есть, ай, блин, или у меня есть дерево, о, кошка в моем доме, или у меня, а, ну, дерево два, но надо пойти нарубить, так, не сюда, вот сюда, а, 9 угля мало, конечно, но, а тут есть, блин, и тут нет, а, может, в сундуке есть, и в сундуке нету, так, ладно, возьмем тогда, ну, хлеба еще много, ладно, слишком нормально. Так, пошли еще куда? Блин, дождь пошел. Я вижу даже левую погоду. Кстати, я координаты писал. А, координаты я записал. Короче, можем сходить в лес. Сначала дерево вот отсюда. Смотреть. А, у меня костей нету, да? Фейл, конечно, фейл. Или есть? Не, совы нет. Домики. Блин, что-то лагает как-то. Так, домики у меня, костей тоже нет. Ладно, мне придется... Ой, блин, житель, ты что меня пугаешь? Сейчас я похныкаю по носу. Тик-тик. Нету, да?
Ты сюда попался. Может, выключить этот надоедливый дождь? Или у меня нет? А, блин, я не включал ты. Ладно, после. Подождем, побудем. Видел уже 10 минут. Я не знаю. Так, пацаны, что мне поделать? Можем с вами строить стену. А зачем она? У меня булыжника. Допустим, на. Ну, если так считать, 2 стака, 17, еще 10. Ну, это мало, конечно. Ну, конечно, можно построить. Я не знаю, надо, не надо. Пацаны, пишите в комменты. Не надо, я займусь. Если не надо, то... Не надо. Так, ладно, что мы с вами сейчас будем делать? Можем с вами, знаете, что? Сейчас у меня тут пшеница вырезала. Кстати, по-моему, темнеет. Или это не выросло? Я до сих пор путаю, вдруг он вырос, да? Ну, так, ладно, пока булыжник уберем. Берем сюда, посадим его, сюда мотыгу. А, сюда посадим это. Кстати, уже, по-моему, темнеет, правда, да. Ну, не видно, да? Так, все, ладно. Хорошо, это потом соберем. Хотя, может, мне подождать ночь? Убить пару скелетов. Пару скелетов, а потом только лечь спать. Спать. Мне нужны скелеты. Мне зомбики всякие не нужны. Мне 2 скелета. Сейчас, как назло, они спавниться не будут. Все. Буду в засаде сидеть. Кстати, меня слышно? Вроде да. Так. Где скелеты? Когда они нужны, их нету. Когда они не нужны, их... Они, блин... На каждом шагу. Ну где? А если вперед пройду? Десант не надо. Нет, туда. О! А, толпа зомбари. Нормально. А ну зомбари, ты не зомбари, сколько, а? Ну куда он? Чё? Ребята, это видите? Это что такое? А, блин, а чего у вас так много-то? О, железо. Так, скелет. Где скелет? Зомби, криперы, никого, не то. 2 крипера. Во, скелет. То, что мне нужно. Пацаны, уйди, дай скелета. Ай. Ай. А, скелет, дай кости. Кости, у красавчика. А где еще? Ты что, оборзел? Скелет! Вернись, скелет! Ну вернись, ну пожалуйста. Я тебе это, стрелу подарю. В лоб. Во, да, вот, стрелу. На, не зомби. Ай, блин, промазал. О, вон скелет. Скелетон. Ай. Паук своим драться. А, ну тут еще. Нет, не бабахай. Иди сюда, разберемся по-мужски. Че, дурак, не бабахай я тебе говорю. Так, неплохо. Иди сюда. Ай, блин, да чё шутишь? Он так плохо играет. Ух ты ж, нифига ты там голем разматывает. Давай, помогай, красавчик. А, я тебя бить не буду. О, ещё один скелет. То, что надо, там, по-моему, даже его не один. А, ну тут криперы. Не взрывайся, не бабахай.
Нет, 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 нет. Ай, ты что, пожалуйста? Значит, нет, одни стрелы. Так, ну что, все. А там еще один, да? А это Галин. Ну ладно, надо идти спать. О, еще один. Еще два скелета. Во. Во, вот это другое. Толпа зомби. А, толпа зомби. А, толпа зомби, а? О, лук. О, о, еще один зомби. Пошел нафиг. Нет, не бабахай, нет. Дебил. Ой, ой, сорян. Блин, надеюсь, голем от него не видно. О, лук. Сколько стрел? О, 5 стрел. Ладно, самое главное стрелять в голову. А, я стрелу потратил. Я дурак. О, я их подобрал. Так, все, надо уходить. Ой, надо идти спать, надо идти спать. Ля-ля-ля. Ты чё, оборзел? Я не понял. Чё, оборзели, а? О, дождь кончился. Они все горят. Ты куда пошёл? Так, пацаны, чё, пойдём... Приручим собачку. А, ну он сам сдох, ладно. Чё, пацаны, пошлите за собачкой. О, ты чё тут делаешь? На, влобешник. На, влобешник. На, влобешник. Э, не выстрелил. Так, ну чё? Нет. Это фейл. Есть? Координаты, если чё, как бы есть, да? Все, погнали. Так. Собачка. Если чё, просто бежим куда-нибудь сюда. Тут, по идее, никого нет, да? Так. Кости есть, 6 костей. О! 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 Ой, мои хорошенькие. Сколько съел? О, две. Красавчики. Так, ну чё, ой, тростник надо добыть. Э, зачем я его посадил? Ну чё, псины, со мной? Теперь нам надо как-то отсюда выбраться. А, у меня ж... Ай, блин! Так, пацаны, ко мне. Э! Ко мне. Так, один тут и вот второй. Все, погнали домой. Не свали. Да ё-мой, что так лазает? По-моему, в следующей серии возможно добывать алмазы. Возможно, я сделаю рейд. Ну, короче, в комментариях свой дом себе. То есть не в куре жить, а в доме. Она еще очень. Она уже не фан. Я уже все. Я уже наиграю в башку. Я после школы пришел. Пипец.
Ой, блин, сиди. Еще одна где? Иди сюда. Ты идешь? Ты куда? О! Сидеть. Так, собственно, ну, вы тут сидите, короче, хорошо? Я пойду что-нибудь поделаю. Так, видео 20 минут. В принципе, еще минут 10 не могу, в принципе. Сколько время? 16:06. Окей. Кстати, у меня сейчас 6, если что. Так, что мы с вами можем сделать? Мы с вами можем посадить тростник. Допустим, около моей воды. Или вот тут. Здорово, ты что тут делаешь? Что продаешь, братан? Фигня. Ладно, я понял. Что ты тут делаешь? Так, дальше посмотрим еще кого-нибудь. Так, у меня 5 хлеба осталось. 4... Кошка, кстати, а может кошку? Кстати, я могу лук сделать, точняк. Ой, блин, мисклик. Хотя у меня есть, в принципе, лук. Ну ладно, еще один сделал. Как там лук делается? Ой, блин, я уже не помню, нифига. По-моему, как-то так. Вот эту палку убираем. И вот так. О. А этот мы старый положим. В принципе. Так, что мне не нужно? Мне лук не нужен. И это пока не нужно. Кожа пока не нужна. Это дерево пока не нужно. Редстоун. У меня редстоун есть. Еще. Это он мне с ведьмой, что ли, выпал, пацаны? Так, что мне еще не нужно пока? Это оставим, ладно. Это сюда, допустим. Порох. Что еще? Ведро. Оно пригодится, ведро. Так, кстати, что там насчет моего железа? Все переправил, переплавилось. Так, что мы делаем? Ну, сделаем поножим. Делаем. Ой, блин, я шапку сделал, я дурак. Так, ладно, не важно. Одеваем поножи, одеваем это. Вот так. А как же там? Я убей, не помню. Вот так. Нет, не так. Как же он там делался-то? А, вот он. Это плитки. Как он называется? А. Глотка. Ой, ё-моё. Так. Вот как она? Плитка из гладкого камня. А вот как этот гладкий? Блин, пацаны, я убил, не помню, как он делается. Не то. Не, пацаны, убей, не помню. Вот тут. Это что? Не гладкий камень, да? А как арбалет делается? Механизмы, блин. Так, это не то. Тут что не то. В принципе, тоже. Это что? Вот тут, скорее всего, не тут нету, да? Нету. Блин, ну как же? Я уже... Пацаны, вот кто помнит? Пожалуйста, напишите. Как эта плитка делается? Ну, ладно. И...
предметы. Да. Короче, пацаны, кто помнит, напишите в комменты. Я уже, пацаны, не помню, я уже давно не играл. Как же он делается-то, а? Как же он делается-то? Во, это что? Это глина, блин. Так, во, вот так, ноги. Как же он делается-то, ёпрасоты? А я строительство во. Так, где же этот гладкий камень? Нету, да? Пацаны, сорян, что я это делаю на видосе, но все-таки. Ладно, пацаны, я тогда вне видео сделаю эту стойку. Ой, блин, уже темнеет. Давайте еще тогда 5 минут, и я буду заканчивать. А, сейчас что, не ночь? А, ну сейчас вечер. В следующей серии вы мне пишете, что. Смотрите, я рассказываю. Вы мне пишете, что мне делать в следующей серии. Получается, вы мне пишите ID в стендоффе. Я хочу с кем-то сыграть, то есть на видео. И во-третьих, получается, кто в стендоффе мне может дать голды? Мне хотя бы на нож. Я коплю на Керамбит Клаб. Кто мне может дать голды на Керамбит Клаб? Пацаны, уже дайте, а. А то я так ютубер, у всех ютуберов, которых я знаю, у них всех ножи есть, у меня нету. Поэтому, если хотите, чтобы я делал качественный контент в стендоффе, поже, пацаны. Просто голды. Хотя бы 2700. Мне в стендоффе нужна голда. И поддержка. То есть мне хотя бы нужно добить. Кстати, 100 подписчиков кто-то со мной. Когда берем подписчиков, то... Я, возможно, сделаю 3 видеоролика за день. Возможно. Потому что у меня тоже, я вам говорил уже. Ну, я что-то мало в этой серии сделал. Конечно, вы мне будете писать, что я молодец, но... А, кстати, мы же хотели с вами за деревом сходить. Пошлите в лес за деревом. Ходим и на этом закончим. Сейчас останется, я как бы сниму стендов. На этот факт стендов будет тоже таким недлинным. Так как бы у меня потом надо будет делать уроки. Ну, на самом деле, я не знаю. Конечно, пацаны, возможно, что будет еще и третий видеоролик, но вот это я уже вам не обещаю. Насчет второго я подумаю. Насчет третьего не, это уже перебор. Потому что я же не смогу, и тем более потом, не знаю. Стоп, это лошадь? Так кто это, осел, да? Мне осел не нужен, мне осел не нужен. Что мы делаем? Значит так, вы мне пишите комменты, вы мне ставите лайки. Давайте тогда 5 лайков, я делаю продолжение. То есть я делаю продолжение, допустим, когда наберется 5 лайков, и давайте 10 комментариев. 10 комментариев. Если не доберется, я все равно рано или поздно сделаю. Потому что мне как бы тоже это интересно. Мне даже интересно, сколько у меня просмотров на выживание. Сколько у меня дерева? Эндин. 38. Давайте до сака мы докопаем, да и все. Ух ты, там водяной. Я водяной. Никто не водится со мной. Кто знает эту песню, ставь лайк. Лайкосик.
Опа. Блин, короче, придется туда подниматься. Кстати, а что там жители делают? Что они там делают? Потом ночь настанут, их всех убьют. Наши. И... Там еще одна. Все будет фейл, если я не допрыгну. Я допрыгну. Я больше не хочу. Ой, я так и знаю. Ну что, есть, не? Ой, еще. Блин, с этого большое дерево у меня уже сколько? Вон, 63. Фу, 60. О, палка. Из листвы выпала палка. Чё? Так, ладно, продолжаем. Спускаемся. Что-то мне еще надо сделать. Интересно, сколько там? 60, да? Надо еще. О, яблочко. 64. Еще 4. Раз, два, три, 4. Все, норм. О, котик. Так, все, ладно, погнали. Здравствующий торговец. Здорово. Ты что, офигел? У тебя за 6 изумрудов один лед? Ты дурак? Ну, меня плевать будете, я не понял. Он морду набит? А, тебя тоже? На, на. Так, ща, подожди. Секунду. Ага. Как тебя привязать, а? Это тебе за то, что ты продаешься дорого. Продавец хренов. А где мой дом? А, вон той стороны. Есть, хочу. Ну что, пацаны, надо заканчивать. Уже 33 минуты. Так, где мой дом? А вон он. Сейчас свои соберем. И это будет последнее. Что сделаю. Только что в этой деревне нет картошки. Хотя я могу за серией побегать, посмотреть, может, найду картошку. Потому что я больше всего люблю картошку засрать. Эй, семена. Вот тут, блин, одной... Светлый миллион. Так. Так, ну что, все. Что, сейчас наберем, получается. Что-то у меня где ведро? Вот. Если не видно, блин. Ладно, возьму отсюда. Все, пошлите домой, заканчивать серию. Уже 33 минуты идет, я офигеваю. Так, здорово, псины. Так, стоп. Что, мне надо убрать все, получается. Это уберем, это уберем, это уберем, это уберем. Свеклу. Ой, свеклу, наверное, сюда. Кожа сюда. Яблоки давайте. А, хотя не, яблоки оставлю. Это сюда, это сюда, это сюда. Сюда, это сюда. Три, нет, стрелы оставлю, пожалуй. На все остальное мне, в принципе, нужно. О, еще 4 факела тоже возьму. Это сюда, в принципе. И вот этот стак возьму, и 18. Все, цены нормально. Можно заканчивать. Ну что, всем удачи, всем пока. Ставьте, а, нет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Пишите в комменты. Пока-пока. Сейчас ждем.